Короче, я купил игру Jumanji. Стоил на 9.99, плюс налог 10.38, в общем, вышло. Попробуем, посмотрим. Всегда хотел купить настольную игру. Я в них только в детстве играл, а в Америке это довольно-таки популярно вечером сесть с друзьями и играть. Такие игрушки. Ходит слух, что на последнем уровне тебя забрасывает в Магнитогорск, на левый берег. Посмотрим, что там за игра такая. Ну, честно говоря, обычная настольная игра. В принципе, ничего такого особенного там и не было. Разумеется, никакие волки из стен не повылезали. Тут какая-то фигня. Описание, инструкция похожа. Одной рукой доставать все неудобно. Еще вверх ногами. Я, в принципе, ничего особенного-то и не ожидал. Че я за $10 могу ожидать? Это же обычная игра, настольная. Ну, посмотрим, надеюсь, будет интересно с друзьями. Собственно, сама картонка. Внутри игра. Я еще даже не разбирался с правилами. Ну, вот они. Надеюсь, будет прикольно. Это не стекляшка, разумеется. И внутри какие-то всякие фигнюшки. Это, наверное, я так понимаю, кубики подбрасывать. Штучка такая, коробочка. Не коробочка, а как это назвать? Баночка или как? Тоже карточки какие-то. Потом почитаем. Какие-то фишки. Фиг знает, что это. Дальше у нас какие-то тоже атрибуты. Наверное, там ходить, бродить. Посмотрим. Короче, идеальное завершение 2021 года. Посмотрим. Надеюсь, в следующем году жизнь какая-нибудь не произойдет. Ну и последние кубики. А справа и слева внутри это просто воздух в коробке. Ну, собственно, вот и вся игрушка.